Так, я достаю миниган. Ты умеешь им пользоваться, этим миниганом? Ого! А-а-а. Видели, как лицом протерся? Эй, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Секрет, Локдог, Дарк Драгон, Сенка, Редукс, как всегда, очень много классных подписчиков, пацаны, поздравайтесь. Всем привет, здоров. Всем хай, привет. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а у нас сегодня выживание в музее. Это не такая уж и маленькая, но учитывая, что вас много, надо мне быть вдвойне осторожным. Уже стреляет, видишь, что делает? Эй, осторожно, по планете Земля попадешь, ты чё? Забрались. Отлично, я приближаюсь. Я уже хочу, чтобы пацаны меня добили. Да мы возьмем жестче аниматроника. А мы на планете. Отлично. Опа, он тут был. Так. Смотрите, сколько здесь аниматроников. Прикольно стоят. Можно сливаться вместе с ними, они даже не догадаются. Ну что, вы догадываетесь, что один из них я настоящий? Я его видел, он девятился. Ах ты, крыся. Чекаю, так хотят меня найти и не получается. Ребята, ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Слышь, Вафо, самый умный, шо ли? Я таких, как ты? Иди к планетам. Так, пусть они рассеются по карте. Мы немножечко здесь постоим, посмотрим, что они будут делать. Так. Дим, иди к планетам. Зачем? Давайте идите на планеты, я там. Вас жду. Сейчас я вас всех замочу. Так. Выслеживаем. Отлично. Я специально вас перенаправил в другую сторону, а со спины зашел и замочил вас. Хе-хе-хе, красава. Так. Ты где, члепиздрик маленький? Не-не-не. Я не такой, что и маленький. Кстати, 5000 жизней, очень легко меня будет убить. Я тебя не вижу, я даже не заметил, где ты прибежал. Это ты слышишь, это А где же он? Кто-то там взрывает. Да, он стреляет. Хочу посмотреть на его навыки стрельбы, вообще ни о чем. Убежал, секунд. Так, я достаю миниган. Ты умеешь им пользоваться, этим миниганом? Ого, а-а-а. Видели, как лицом протерся? Не используйте, пожалуйста, взрывай. Ой-ой-ой, что это было за дёрг? О, отлично. А теперь... Мы будем показывать тактику красоты. Где? А кто тут бегает за невидимку? Отлично. Ой-ой-ой. Локдог не надо. Давайте здесь постоим. Димас бегает за невидимкой. Двоих убиваю. Вот и бойся. Ты чё машешь своими крыльями? Я тебя убью за это. Я же задолбался контрол зажимать. Он на киту. А-а-а. Вроде. Дима, я тебе сразу попал в это место. Ты не... Чё, есть на киту я? Давай меняй место. Дарк Драгон, а чё я тебя не наблюдаю? А блин, во что-то влезаешь, видимо. Вот я крыса, а ты крыся. Да я, не. Сейчас вы этого убьете аниматроника, я возьму туда танка. На лестнице. Давай. Аккуратно, пожалуйста. Нет, ты не сможешь. Настолько, смотрите, как хотят убить, и не получается. Где он? Вы-то вы же своих мочите, что ж вы делаете? Он тэпает. Какой читерюга? Я использую возможность аниматроника. Может, аккуратно будете? Да ты дурак, что ли, испалил меня? Ты отвали. Чё вы делаете со своими световыми? Ну да, они друг друга мочат. Истребление людей. Давай, Дарк Драгон, мочи своих, что ж еще делать? А я вообще сижу один, я живой. Они все три, сколько не раз. А чё, вы меня не наблюдаете, что ли? Я же видимый. Я прям возле вас тут сижу. Ты где?
О, попадаю, извиняюсь. Да ты чё, косой что ли? Тихо, 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 тихо. Брось, трусы. Иди на планеты. Как они хотят попасть, и не получается, я тпхаюсь. Дима, давай помогу. Иди на планеты. Там есть нычки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да ты же тпхнуться не мог. Дима, давай. Я ему 300 хп сейчас. Так, ну что, пацаны, сейчас будет танк Танкович. Вам будет, конечно, очень сложно это сделать, но вам придется. А давай не используйте поиска. Оружие из этого. Мощно бью. Извините, так. Случайно. Дураки, террор, Миха, ты где? Тихо, 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 тихо. Успокойся. Ты там камеру себе настроил, он меня уже мочит. Нифига себе. Кстати, карта большовата, давайте я вам ее покажу. А то мы там воюем. Давайте я вам покажу карту, настолько она очень круто реализована. Пацаны, он на планетах убежал. Я его на планетах он убежал. Уже он уже ушел оттуда. Тут еще улица есть, кстати. Он на улице. Локдок, убей меня. А, нет. Ротату, убей меня. А как на улицу выйти? Я уже что-то забыл. Так, давайте сюда. Он на спавне бегает. Ушел. Смотрите, сколько здесь всего. Давайте ставим невидимым, чтобы нам было лучше видно. А давайте возьмем невидимым. Да, кстати, это нечестно. Как нечестно? Все честно. Все, я на улице. Ребята, смотрите, тоже здесь как классно сделано. Автомобили. Быстро бегает. Да, кстати, у меня очень быстрый аниматроник. Так, так как у них спаун далеко, надо их замочить просто. И по красоте скрыться. Ты что, решил со мной воевать? Я так прицел сдвинем. Да блин, да смотри, вот я даже вот ничего. Лок-дог. А вот это вот нечестно. Лок-дог, это же честно. Не, он взял монтировку, которая с одного удара. А это лок-дог виноват. Это лок-дог. Он нечестно взял монтировку, поэтому я тоже нечестно играю. Ай-яй-яй. Это благодаря лок-догу. Скажите ему спасибо. Он фиолетовый Фредди, но он меня убил. Дима. А я сейчас, короче, иду в такое место, где вам надо будет догадаться, как меня убить. А теперь давайте догадайтесь, как меня можно убить. Здесь такое место О! Первая жертва аборта. Есть. Вторая жертва. Есть. Да, догадывайтесь, что можно сделать, чтобы Лок-дог хотел ко мне проникнуть, но у него не получилось, даже с монтировкой читерской. Да он лох. На тебе, протрись. Ребята, крутое место. Давай, Дардрагон. Я единственный, кто ни разу не сдох. Примерно понял, где он. Больше, чем я. Дима, я буду использовать гранаты. Давай, используй, я разрешаю. И это ж в этом и есть смысл. Лок-дог, другое оружие бери, оно тебя не спасет, потому что я убиваю всех. Ты бежал вроде к планетам. Слышь, ты чё палишь мое местоположение? Мне теперь нельзя даже... Да мне нельзя даже переместиться теперь, нормальное место. Ты умрешь. О, Дардрагон, наконец-то я тебя убил. Он у планет, Офигеть. Вентиляцию, он вентиляцию. Да блин, откуда он знает все? Я за тобой бежал. Да ты задрал, жалище. О, все. Мы теперь сможем здесь нормально постоять, почилить. Давайте, пацаны, я вас жду. Ого, они там что-то делают такое серьезное. Но что-то меня это не задевает никаким образом. Да, давай. Погнали. Они не знают, где я. Давай. Ха-ха, Дардрагон дурачок. Ну пацаны, вы что, реально не можете меня найти? Стройте еще. Я сложно. Террор Миха, блин. Еще лестник. Сложно найти, да? Очень. Ну, я думаю, у вас получится. Нифига, вентиляция здесь дорога. Там кто-то, кстати, взял вроде. Ого, упал ты жестко. Ты откуда-то прилетел? Зачем я вентиляция был уже? Я же тебе сказал отойди. Я сейчас туда буду бомбить, пацаны. Ой.
Я же вас предупреждаю. Да уйди, Макдог, я сейчас тебя разбомблю. О, отлично, стою, смотрите, на мине прям. Да, активировано. Сейчас посмотрим, взорвут они или нет. Спасибо, секрет. Ребята, она, прощайте. Она я так и знал, что рано или поздно ты долбанёк ей. Ого, у меня фейерверк от нее. Если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще.